Мусульмане всего мира отмечают сегодня один из своих главных праздников – Идаль-Фитр или Урза-Байрам, знаменующий окончание Рамадана и завершение поста. В секторе Газа верующие собрались на утреннюю молитву. В Индонезии в празднованиях приняли участие миллионы людей. Из-за пандемии и связанных с ней ограничений на проведение массовых мероприятий они длительное время были лишены такой возможности. Я очень счастлив, потому что последние два года нам нельзя было проводить совместное богослужение. Но сегодня, наконец, это снова возможно, и это укрепит нашу веру. Сегодня мы слушали проповедь, которая учит нас, как быть хорошими мусульманами. В Саудовской Аравии сотни верующих пришли по случаю праздника на молитву в мечеть Аль-Раджи в Эр-Рияде.